из этих шедевров, это песня из сильно любимого фильма «Звезда полетного счастья». Кавалер гарда век недолг, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и только слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Та-та-та-та-там, та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-там. Течет шампанское рекою, и взгляд туманится слегка. И все как будто под рукою, и все как будто на века. Но как не сладок мир потом, лежит тревога на челе. Не обещайте тебе юной любови вечной на земле. Не обещайте тебе юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь связь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Крест деревянный и чугунный назначен нам в предыдущем гле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Та-та-та-та-там, та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-там, та-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 
Лавшалов же был пристрастен вообще к 19 веку. Вообще, вы знаете, я имел счастье с ним общаться один раз очень долго. Это получилось, как раз мы с Игорем Грызловым готовили они передачу и договорились о встрече у него в Переделкино, Мичуринце. Назначили ему время на встречу на 12 часов дня. Ну, до сих пор, между прочим, не ходят электрички с 11 до часу. Вот это какой-то нонсенс. Почему именно в это время должны там колотить там рабочие, я не знаю. В общем, мы опоздали на 2 часа. И мы как побитые псы вот, приближались к этому дому, потому что ну, это позор вообще, да, это ужас, опоздать. Вот, и мы, когда подошли к дверям, на цыпочках практически, вдруг дверь распахнулась, как будто он подглядывал, ждал, когда он придет. А это был апрель месяц, было уже достаточно тепло, лужи где припомню. Вот, и выходит Балашалыч, то есть выскакивает даже в валенках почему-то, в валенках, в тулупе и в ушанке. Одно ухо вниз, а второе наверх. То есть вид идиотский был совершенно. И начинает шевелить бровями, стоит такие видите, да, и топает ногами молча. Это шутка такая была, юмор такой. Вот, ну, замечательно я вам это сыграл просто. Вот, мы еще больше перепугались. Но он тут же взял все вину на себя, сказал, да, я вас не предупредил, ребятки, я виноват, что, в общем, поезда не ходит. Да меня извините, главное, он нам говорит, кстати, вообще. Вот, и после этого мы с ним, часа, мы даже забыли, что он приехал там брать интервью, как это у него, сидели, он у нас вареньем угощал, рассказывал, как он писал как раз новую книжку свою, эту последнюю, «Упражденный театр», показывал фотографии, кто есть кто-то. Вот. И только уже, когда надо было уходить, ему надо было уходить, мы вспомнили, что надо взять вообще интервью. Вот. И мы что-то неудачно вышло интервью, потому что мы все мы как намотали вот на уши, а теперь надо вот это вот ничего не записывать. Ничего. Вот.
давно быть печью, а не знаю. И самое основное, что был очень хороший человек, очень просто. Чудесный. А к чему я тебе рассказываю-то? А, потому что 19 века, да. Вот есть еще одна песня у него, написанная про то время, но это очень жесткая и, на мой взгляд, песня, которая была очень замаскирована автором. И мне только раскрыл тайну этой песни Виктор Уферов. Он сказал, ты вдумайся, о чем она, и пой, и вот, и даже показал мне, как мне ее срежиссировать. Так что это вот, спасибо Виктору Уферовичу. «Тайное полотно» называется песня. Вспомнить песню, которую я поиграю нередко. Мне кажется, что здесь и надо спеть. Песня «Репортаж о городе Полоцке». Я написал Визбор давно, о котором писал, снимал фильм о Полоцке совершенно не про военные действия, а просто про Полоцк. Ну, был репортаж такой у него, телевизионный какой-то, в общем, довольно дурацкий. И он обнаружил в архиве, что были страшные бои за город Полоцк. И в 44-м году, когда немцы должны были, наши брали Северную Двину, Западную Двину, севера, да, наступали, а немцы хотели взорвать мост, чтобы наши танки не вошли туда. У них был послан десант, который ценой своей жизни, в общем, этот мост отстоял. Вот. О них песня такая. И там фигурирует фамилия Григорьев, лейтенант Григорьев. Это в самом деле был такой человек, его потом по
песни от Гибни. А оказался, он жив. Это одна журналистка, даже помню, как ее зовут, Лариса Пашук из Гомеля. Она после исполнения этой песни, я пела на фестивале в Минске, она поехала в Москву и разыскала этого человека. И оказалось, что он единственный остался жив и получил звание Героя Советского Союза за бой. Мы его разыскали, привезли его в Москву и устроили вечер, когда он впервые слышал песню, написанную про себя. То есть вообще. И Гинзбург тоже очень удивлен этой обстоятельством, был очень радовался, что вот посредством его творчества нашелся. Вот. И я хочу в этой песне прочитать очень редкие стихи Гинзбурга.